Ярослав, как самочувствие? Готовился, только размялся, а тренировки не вышло во время боя. Но ты успел разогреться чуть-чуть. Ну, я перед боем немножко разогрелся, а во время боя так ничего и не понял. Что-то это в бразильских фавелах какие-то слабые грабители. У нас бы на ветеранов долго не проходил по Ленинграду. Как вы считаете, он оценил свою ошибку, которую сказал на взвешивание? Ну, если где-нибудь в Питере по просвету или по ветеранов найдется после 12, я думаю, его там научат боксировать. Но там также он долго не протянет, там еще быстрее его хлопнут. Кто следующий соперник для вас? Кто следующий соперник? Кого бы хотели видеть? Я не знаю, я как всегда Саша Емельяненко. Когда он будет готов? Вячеслав, что после боя сказали? Ходили к нему. Он же назвал меня свиноматкой. Я ему объяснил, что в наших лесах кабан это самое страшное животное. Он даже на медведя кидается и рвет его. Зря он так меня назвал. Я пошел вперед, как кабан. Как думаете, понял он, что вы ему сказали? Я думаю, его переведут, но он суть понял. Россию... Я ему объяснил, кто он такой. В Россию, думаете, приедет на более простого соперника он еще? Ну, может, приедет. В бразильских фавелах как-то разбой у них не клеится. Там грабить некого. Там как бы самому жертвой не стать. Так что сюда и едут. Вячеслав, пока Багабов с Кудряшовым подерутся, сказали, в июне, скорее всего, вы будете ждать финала или еще с кем-то подеретесь до этого момента? Да, я не знаю, у меня там менеджер вроде на 29-й у меня какой-то бой. Я не знаю, там что-то решают. У меня сейчас следующий бой в конце месяца. А в финале с кем хотел бы встретиться? Гран-при? С Багабовым или Кудряшовым? Ну, с Кудряшовым, конечно, было бы интереснее в качестве спортивного интереса. Ну и в принципе это великий человек, великий боксер. Ну от такого пороже получить не стыдно. Вячеслав, на РЕН-ТВ еще будете выступать? Конечно. Я же это, главный боец бойцовского клуба РЕН-ТВ. Но никому о нем нельзя говорить. Все. Сорви на кичку. Спасибо. Все, всем здравия.